В Орленке проходит форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг», основная тема которого – семейный маяк. И мы решили задать ребятам несколько вопросов. Что такое чудо для вас? Чудо для меня – это выспаться с утра. Чудо для меня – это что-то необыкновенное, которое не ждешь, которое приходит нежданно, негаданно и оставляет только самые лучшие и положительные эмоции. Оно должно возникать внезапно, как падающая звезда, и нести только хорошее. Чудо – это то, что мы попали в этот замечательный лагерь. Мне здесь очень нравится. Здесь очень хорошие вожатые. А что, по-вашему, доброта? Доброта – это некое внутреннее состояние человека, как, наверное, совесть, которая призывает. Доброта – это то, что должно быть у каждого, и каждый должен хоть чуточку проявлять хорошего отношения друг к другу, чтобы мир становился лучше. Добро для меня – это в первую очередь семья, когда все в семье дома, когда ты встаешь с утра, и родители улыбаются тебе, желают доброго утра. Доброта – это открытое сердце для помощи, для поддержки, для, может быть, понимания других людей, сопереживания им, ну, эмпатия. Доброта – это хорошо относиться к другим. Даже если люди не всегда относятся так к тебе, нужно не терять этого. И всегда относиться с добротой к людям, которые даже не нравятся в какой-то мере. Мы задавали бумеранговцам разные вопросы, но для многих ребят слова «добро» и «чудо» связаны именно с семьей. У меня есть братик, я очень долго ждала, когда у меня родится сестренка, и вот в прошлом году она родилась, я очень рада. Теперь у нас многодетная семья, трое детей, мы в семье все друг друга любим, уважаем, и это есть для меня чудо.